Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы с вами научимся команде сидеть в проводке, то есть проводник идет вместе с собакой, собака идет с ним рядом. И по команде проводника звучит команда «сидеть», собака садится, проводник, не останавливаясь, следует дальше. Что для этого надо? Для этого нужно терпение, уважение, наш хвост, который мы имеем, и подкормка, либо это будет какая-то игрушка, в зависимости от мотивации собаки. Итак, приступаем. Сидеть. На первоначальном этапе вам нужно будет остановиться и посадить команду. Ну, что для этого надо? Для этого вы должны, у вас собака должна уже сидеть на выдержке. То есть там, где вы ее посадите, собака должна оставаться. Вы можете следовать где угодно, а собака должна сидеть на месте. То есть вот первоначально нужно научить собаку именно сидеть на выдержке. То есть сначала вы идете, останавливаетесь, садите, собака садится, вы ее поощряете. На следующих этапах уже можно немножко в движении чуть приостанавливаться. Ну вот как сейчас я это сделаю. Сидеть. Самое главное в этом моменте – это не забывайте поощрять собаку. То есть в зависимости от мотивации, если собака у вас пищевик, вы подкормочку даете. Если у вас собака имеет социальную мотивацию, вы ее гладите, говорите, что хорошо она исполнила команду. Ну, либо это объединенные у вас и поощрение и голосом, и одновременно пищевое, либо это игрушка какая-то. Ну, и уже заключительный этап – это вы идете, даете команду собаке. То есть мы идем всегда от простого к сложному. Вот третий, смотрите, вариант. Сидеть! Вот так это должно выглядеть. И запомните, самое главное в дрессировке, самое главное правило в дрессировке – это плохое мы не замечаем, хорошее мы поощряем. Заслужите доверие, заслужите уважение, проявите терпение, и все у вас получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо. Ну и как всегда, команда «Гулять» и поощрение. Гулять! Молодец! Хорошо!